Рисайте, бедолаг, шкаф ставьте тоже. Спекайте все в ДД. В смысле все? На руки закрывать кто? Сейчас двоих оставлю. Дай фласку на СПД. Не, ребята, я, конечно, все понимаю, но за одну РТ, сука, по три фласки каждому давать. Вы, блядь, охуели или что? Ты мне дал вторую, у меня у Химка 2 часа фласка вещи. Так а что ты не взял, когда я говорил о фласке? Бедолаг. Мне было фласка еще час, нахер она мне надо было. Ладно, забей. Ты вот дашь минус ХП людишке за то, что он 0 декурсов дал? На маге. Да, да. Спасибо. Ой, блядь, не то снял, нахуй. Да, так тоже надо. Пойдет, говорит. Так, Шнур, да, встаньте в танки, будешь закрывать, короче, сзади вот тут руки. Вот здесь сейчас бегаю везде. Дальние самые. Вот тут вот. Ну, Дермич, да, оставайся тоже в танке, будешь закрывать. Хотя нет, стоп, в пизду. Хотя да, ладно, окей. Закрываем вот тут вот руки, которые вот тут вот я сейчас бегаю везде. Только смотри, сюда метеор будет падать. Когда метеор падает сюда, смещаешься в эту сторону и, соответственно, идешь туда. Смещен налево. Руки закрывать. Так, сейчас я подъебал людей поставлю. Больше на урон идет, считай, у него 70. Появляются две большие руки. Две большие. И очертание круга, блять, красного. Тебе нужно зайти просто в этот круг между этими двумя руками и ждать, пока они закроются. Вот так вот стиснуть, как будто тебя сжимают. Если ты это не сделаешь, то выпаешь рейд. Все. Так как ты танк, тебе можно заходить бесконечно. Тебе главное заходить и закрывать эту руку. Так, батя Ванисела, доспех этот поменяйте на броню, которую. И будете под ебалом стоять. Короче, первая и вторая пати будете под ебалом стоять. СС на себя локи давайте. Пусть на Дермича может один СС. А вы объясните, что справа. Ну я, блядь, ну типа, ну я хуй его знаю. Тогда вообще можно его поставить просто под ебало. Ну типа, ну как, блядь, я с лагами не смогу озвучивать каждый метеор. Справа, ну, блядь, вот с этой стороны, блядь, где он там вот крест ставит, с той стороны, будет падать метеор, нахуй. Если, блядь, ты, короче, не отойдешь от этого метеора, ты умираешь, блядь. Он летит очень долго, секунд 7, нахуй. Тебе просто он будет бежать вот сюда вот. Вот тут уже будет безопасно. Там разольется огонь. До этого момента просто, блядь, появляются руки, ты должен закрывать вот на этой стороне звезде. Если тебе это сложно, можешь поменяться с морфеткой. Но я не знаю, сложно ли это с морфеткой. Не, там просто я нюанс хотел сказать, то что когда огонь появится, справа больше не будет рук. Будут сзади, центр, боссом и слева, и все. Надеюсь, ты справишься.
Первая, вторая пати будет считать подъебал. Вон там вот, короче, в углу, блядь. Сейчас, секунду. Вот тут вот в углу. После того, как он кастует ошеломляющий удар, вас откидывает, да? Вы один шаг немножко делаете вперед. Ну, чтобы типа не быть в эвейде. Такое тоже может быть. Петов убираете из-под ебала там и так далее. Ставите где-нибудь сбоку. Я сейчас зайду, это, по-моему, отвалился. Все, что нужно вам делать, закрывать руки и бить. Все. Ну, и вот здесь человек, который стоят под ебалом. Когда я говорю адский удар, вот те люди, которые под ебалом стоят, вы должны отойти вперед за босса. Под ебалом чуть не стоят. Я его немножко буду поворачивать вот сюда, вот, в сторону печки. Соответственно, будете выходить вправо, либо вперед. На адском ударе. Стреляем босса вот отсюда сначала. Становимся сюда под ебало. Потом после откидывания уже, соответственно, сюда. Чё, бать. Троих нет. Первая, вторая пати. Идите сюда сразу в крест, пожалуйста. Чтобы стояли сразу. Сейчас, секунду, погружусь, подойду. Босс очень простой. Манекен. Главное руки закрывать. Стоять под ебалом. На адском выбежит. Все. Весь босс. Ну и меня держать. По мне там будет больно пробивать после... Где-то, ну, на третьем ошеломляющем, да. До того, как я скину стаки по печи. Ну, там после 30, наверное, да? Да, после 30. Ну, там, если прожимки не будет, там, скажи, каплю нам с баблом. Еще раз арчанный полоба. Здесь спец стоит один, чей-то. Я сейчас уйду абориген. Я проф поставлю на полев тоже. Все, перепоты готовьте, пить, отчет дым. Абориген, ты не там проф поставишь. Ребят, пожалуйста, успокойтесь. С печеньки сейчас все стартуем. С печеньки. Станьте под ебало, первую, вторую пати. После откидывания туда уже в крест. Сейчас ошеломляющий будет. Скот. Ой, блядь, вот эти духи волков ваши. Пизда, сколько сейчас стаков будет? 15, нахуй. Блядь, ладно, короче, забейте, ребят. Я так сдохну, нахуй, быстрее, блядь, от ваших петов, нахуй, питомцев. Не сломается ебало, нахуй. Подъебало. Ну, сейчас 11, ладно, нормально. Какой уже энергии 87 хуинц. Подъебал. Была лишняя, блядь. Убери, пожалуйста, из АТМ. Ну уберите петов с подъебала. Лучше без пета, бейте под лицом. Пожалуйста, вы меня похороните, я вам еще раз говорю. Адски, блять, ладно, забейте нахуй в пизду. Мы не убьем этого босса, нахуй. Никогда, блять. По 15 стаков, нахуй, блять, сразу от одного ошеломляющего. Ебал я в рот, нахуй, такое счастье. А чё... Не переживать. Потому что из рынка в этого в ВМ аспектнешься, ты сон не даешь дамаг. В ВМ хотя бы пейсить будешь. Волк. Блять, забыл, что там стоит. Дай ему средства. Ребята, блядь, еще раз повторю. Пожалуйста, сделайте это. Либо я просто нахуй сейчас разролю лут и попрощаемся. Я ебал сидеть здесь вайпаться на. Сука, это к тем людям, которые сейчас под лицом стоят. Либо вы нахуй убираете своих петов, тотемы и прочую хуйню, либо мы просто разойдемся.
Потому что хуярит босс на 30 стаках плюс, я ебал нахуй. А с такими учетами, блядь, на третьем ошеломляющем будет нахуй 45 стаков. Это не переживается. Даже в Т5 нахуй я бы охуел от такого дэмэджа. Ты умрешь после второго даже такого ошеломляющего. И после того, как вас откидывают ошеломляющий в кресте, делайте шаг вперед, пожалуйста, чтобы урон делился на всех. А не стойте его выйти. Пятнадцать стаков, сука, 15 нахуй. Это пиздец просто нахуй. ДЦ шелду первую, вторую пати обязательно. Спасибо. Не знаю, нажмете этих духов в Энахе, которые наносят 17 тысяч урона за фулл тайм. Видел, что зачем. Надо ДЦшки на всех забить и тут копировать. 17-7 тысяч, посмотри. Энхи. Зачем? 7-30 на мане. Давайте рыбу в лобах поверну быстрее. Да без разницы, сколько они увеличивают, блять. Вот эти вот лишние таргеты под лицом, нахуй, это я умираю, нахуй, это не прохиливается, блять. Мне не хватит своего окна. Лапку, да? Не то, что я умираю, нахуй, любой умрет просто. Ни один танк это не утончит, нахуй. Раньше был супер простой. Ладно. Все, на исходные все стали. Будем начинать с пущеньки, как в прошлый раз. С ним что-то сделали, он вначале что-то дохуя энергии клепает. Печка что ли достает, я не могу понять. От первую печку подвел. Ладно, я сейчас просто его нахуй пульну, наверное, сразу в кресло. Ебал я в рот, один хуй, такая же хуйня получается. Там то ли печка доставать раньше увеличили, то ли что, я не могу понять. Сейчас попробую сразу ходить на отчет даю. Стоим сразу в кресте. Первая, вторая пати. Лепетка в своих убирайте. Все, поехали. Понимал. 16 стаков, серьезно? 16 нахуй. А, тотемы поставили. Все, пизду нахуй, не хочу больше нахуй. Вал, ну пожалуйста, ты можешь просто стоять там АФК, ничего не делать. Не ставьте тотемы. Сука, господи, нахуй, на каком языке объяснить? Люди, я не знаю. Убери, убери его оттуда, да и все. Ибо никого-то другого. Кого мне поставить? Убери человека оттуда просто, вот и все. Ну кто там есть? Вообще из рейда лучше убери. Понятно. Какой-нибудь там этот, блять. Второго шипа туда ебанин нахуй. Да вас, блять, сложит нахуй, понимаешь? Вообще ткань туда ставить опасно. А че, он реально тотемы считает? Да, он все считает. Он все считает. А если сейчас просто поставить тотем и убрать оттуда людей? Если один тотем сломается, пропадет, шарахнет девятерым, то все, пиздец, он адский скажет. Подсчетчик туда Кацкого? Просто поставить 10 тотемов. Подсчетчик Кацкого, а идут тотемы только люди. Будут, издеваетесь? Атакают, все. Как тотемы бегать будут, блядь, еще? Если назначить шаманов, которые будут просто бегать и тотемы ставить? Счетчик людей, только люди считают, то есть 10 человек должно быть. А счетчик стаков прокает все подряд. Да. В локо там резните, чтобы смотреть. Хавайте рыбу. Сейчас я приду смотреть. Я пойду себе немножко билд переделаю. Что, захват возьмешь?
На, возьму захват. Ну, ну бы недавно танчил ДКшку, там тысяч под 200 захиливался. Захват, удар, смерть. Поставь шкаф, батя. Яшу можно поставить, Яшу не жалко. Или он стоит? Ну. А рыбу типа затыкали, да, или что? А кто это? Руки закрывают ДКшник и про товар, да? А, он ушел. Да. Блять, масс его пиздец мало, конечно. И этот. И еще кто-то один закрывает. Меняются. А вот который закрывает ДКшник, он 5 стаков вот это Т4 набирает, чтобы сейчас массейв дать. Как-то ему надо... Блять, какие массейвы? Вот куда тебе массейвы, скажи? Ну, на тот же адский. Под каждый адский по один откатывается массакра и мастер. Тебе мало? Видимо, кто мало. Хотите этими сейвами обмазаться, я вообще не понимаю. Заебись, когда много массива. Если вы, блядь, не делаете по тактике, то у вас, блядь, хоть миллион массивов, да? Все равно не пройдет. А вот сейчас что за хуйня была, кто объяснит, вот этот он адский кастанул, это из-за того, что не было 10 человек? Из-за того, что Валк поставил тотем еще. Рыба не жрется, так, потому что дальше. Феникс поставил рыбу и в Долоран съебался. Не Долоран, а в этот. Ну, какая разница. Не суть. По съебкам из рейда, все правильно. Феникс, накорми их. Срочно. Сейчас, подождите. Сука, куда вкинуть талант лучше, блядь? Валк, его развернули, потому что так надо. Понимаешь, Валк, на этом боссе босса вертят по КД-нах. Просто поставь их где-нибудь в печеньку. И все. Еще дальше даже. Центр. Ну, ну что, можно не ставить, не получить 2000 ДПС, а ну ладно, перейти. Ну да, тут берсы нет, тут надо жить просто. И... Серега, как тебе? Софт и рейдж есть, когда танк умрет. Софт тут, да. Ставки копятся. Вот так вот будет. Хавайте рыбу быстрее, фулбав, блин. Не, я с печеньки буду, блядь, в пизду. Там первое вроде огонь не лутает. Но почему он стаки накапливает, я нихуя не понимаю. Ладно. А чё, дай. 5, 4, 3. Ещё раз напоминаю, на адском ударе нужно будет забежать ему за спину. Либо в бок, главное, что подъебало не стало. Подъебало стали. Первый, второй, пати. Вроде не достаю, блядь, сейчас. Огонь.
А, она не пропала еще. Сейчас достанем. Да, достала. Сука, понял. Сейчас плюс 40-45 будет. Подъебало. Руки не закрыли. Руки не закрыли. Да, руки тоже не можешь. Вот тут скажи, тут у тебя руки вот тут прям. Вот тут, где я стою, видишь, сова? А ты куда убежал? Ладно, ребят, все, пизду, еще один пол делаем и расходимся, ебало в рот. Так может быть больше людей на руки поставить, двое рук было справа. Ну да, так окей, давай поставим всех, блядь, просто на руки, нахуй. Ну типа, зачем тогда мне вот эти люди, два танка, которые сзади руки не могут закрыть? А руки почему? Почему сзади? РДД, РДД, которые, блядь, качок у магов есть, нахуй, и так далее, которые могут закрыть тоже сзади руку, если что. Ну ладно, Демич пишет, у него было все три. У меня сзади вообще ничего не было, в том-то и проблема. Ну так ты ж не все время должен там закрывать. Ты можешь там тоже закрыть, когда у тебя не появляется. Я не успею перебежать через всю комнату. У тебя интервью есть. Вот там людей таких нет. Я не могу, допустим, чаржиться в тотем. Ну, смотри, у нас типа должен. У нас еще, кроме этого, есть три мага, которые могут блинкануться, закрыть в этих моментах. Хант есть, который может атриум там. Плюс у некоторых, у которых инжа есть. Если они это не хотят делать, ну, соответственно, блядь, ну, будем вайпаться, ебай. Вот все. Руки закрыли. Руки я вас поставил примером, чтобы вы закрывали. Это не значит, что вы вдвоем только закрываете эти руки. Отвечаю на твой вопрос. Закрывают руки все по возможности. Кто может? Руки же три всего, да? Да. Угу. Там потом, когда руки два раза пройдут, там половина арены, на которой мы сейчас не стоим, она вся в вагоне уйдет, и там руки больше не будут спавниться. Никогда. Туда можно не ходить будет. А что там? Ой. Потом будет на эти маны не хватает нахуй. Да, глыба тоже робит. На руках. Тучка, глыба, баба. Да так вы первую руку можете вообще просто так закрыть любой. Это на вторую руку надо сейф. А чё ты? Короче, я понял, в чем проблема. Они переработали печку так, я не буду отводить. Они переработали печку так, что, короче, она не пропадает, пока не по грудью не, короче, ну не повесит. Она до того момента не пропадает. Вот и все. Подъебал. Я думал, что за хуйня, что за бред. Ты ведь можешь Дживса поставить просто сейчас где-нибудь? Я полностью сломан. Руки имели зоне. Руки закрыли. Че вы, блядь? Подъебало. Там Дживс недавно стоял. Да, вижу. Ладно, короче, забейте нахуй в пизду. Как он стоит, Дживс? Я вижу, блин. Блядь, что за хуйня? Подъебало. Дайте на пол, сейчас агрот сорвете. Все, уйдите вот на ту половину, где нет людей, не ходите. Уйдите оттуда, вас там убьет. Там, где никто блядь не стоит, Димич, уйди оттуда. Туда сейчас прилетит огонь, и все, там больше рук не будет. Иди назад и сзади закрывай. Приготовьте, сейчас скоро адский будет подъебал. Думаешь, вам ляющий будет? Даже два, наверное, помать. А, сейчас еще один ошеломляющий будет, потом адский. После ошеломляющего сразу убегаете за спину. Сразу убегаете, будет адский. Убежали.
все, прохил. Вернулись под ебало. Прохил, батя умер, нахуй. Подъебало, абориген, быстрее кто-нибудь, ну, блядь. Пизда, нахуй. А нет, кто-то успел, повезло. Я и сосом встал. А, я упался тогда. Ребафните этого, ладно, я... Ребафните, дай каску, стамину по локу быстрее, подъебал. Дермич, надо вернуться на правую сторону. Деру, сейчас прокачните. Вопрос, ДК танку надо вернуться на правую сторону, сейчас нет лужи. Нет, там все, нет, вы не возвращайся никогда. Давайте, Геру, Геру, давайте. Забудь. Сейчас печка будет. Да руки там не спавнятся. Закройте руки, вот тут слева, быстрее, я не могу больше закрыть. Пиздец. Либо. Блин, это ебаный. Ничего не видно тут. Ну, дома конечно. Ничего я не видно. Камера плохо удаляется. Так, сейчас еще один ошеломляющий будет, потом адский. Еще один ошеломляющий, потом адский. Может даже еще один. Печка должна быть сейчас. Сейчас адский будет. Или ошеломляющий будет портить. Ушли, далось бан. Блять. Ладно, ясно. Ну я ж озвучил заранее, ребят, готовьтесь нахуй. Ну, Кирилл, а ты где умер? Я понимаю, ты просто побежал в ту сторону, в которую я должен поворачивать, нахуй. В итоге я, блядь, не поворачивал из-за того, что, блядь, я говорил вправо, либо в центр, вы бежите вперед, нахуй. Но ты зачем-то побежал в левую сторону, соответственно. Нахуя слушать? Для права. Камон. Вправо тебя, ладно, хорошо. Для всех право, стой. Ладно, короче, все забейте, да нахуй. Да ты метку ебани просто, куда не отбегай. Да нахуй, в пизду, бесполезно. Я понял, что людям похую просто, нахуй. Ну, в ХЗ барон все время влево от... Ну, влево от... Какую красной... нахуй влево, блядь? Он все время в печку поворачивал. Там, где, ну, блядь, он... Ну, печку, да. Ловил. Ну, а где ты, блядь? А, тогда это не ты, сорян, блядь. Бриспер, нахуй, и Алконфел, блядь. Сори, нахуй, я перепутал тебя с ними, нахуй. Ну, я выжил за счет печки. Просто я не понимаю, как умер одновременно и Алконфен, и Бриспер, и мы с Ю-Ю. То есть, она что, блядь, вокруг босса кастится или как? Ну. Вы не должны забывать то, что, блядь, это хуйня. Что? Вы не должны забывать, что, блядь, даже если вы отошли из-под ебала, это от этого адского удара. Адский удар наносит моментальный урон тем людям, которые стоят под ебалом. Ну и наносит всем остальным урон, блядь, периодически, как дотка, блядь, вешается на 4 секунды. И за 4 секунды, блядь, каждую секунду по вам тикает по 6000. Это должно прохиливаться. Понимаешь? Так у нас никто не встал, мы все, типа, расходимся или что делать? Или идем за нами? Не резайтесь, я пробежал уже почти ком. Здесь ничего сложного нету на этом боссе. Ну реально ничего сложного нет. Стоять под ебалами и отбежать от адского. Еще раз повторяю, ребята, на адском ударе не убегайте в сторону печки. Вот где вы сейчас, Бриспер и Хлоконфел, умерли, блядь, в эту сторону не отбегайте. Я туда босса, наоборот, доворачивать буду, чтобы вам этот адский не попал. Ну, значит, Бриспер, я не знаю, кто-то побежал. Я вообще думал, что это Тойо, блядь, побежал, а не вы, блядь. Кто-то там один побежал, я из-за этого не поворачивал. Все, лох, поставьте шкаф, остальные вставайте.
стрим. Смотри, Феникс, когда ты не знаешь, типа, что будет, может быть, заранее за спину просто уйдем? Типа, под этот, под смертельный можно вернуться в долги. Вот адский пиздец быстрый, да. Ну, адский когда сотка у него. Локи, вы можете портал поставить вообще, типа, от адского. Вот тут, где я примерно прыгаю, когда адский каштуется, просто ТП сюда, портанут. Мне-то похер, я под адский всегда жму, блядь, слияние, похер. А ну-ка, попрыгай, где ты еще раз прыгал? Куда портал поставить? Кстати, вроде лагать перестало, блядь. Вроде ну, бы. Ну, сейчас пульню посмотрю, на. Чё вы вставайте там, блядь, вас сумно. Так сумонь. Вот стоим. Попробуй стойки попереключать, maybe. Поймешь. Да не, сейчас не лагает, в том-то и я тебе говорю. Ну, сейчас пульнём посмотрим. Давайте хлопат продадим. Кричать на хп не забывайте. Тойо. Дензек пускай на АП кричит, а твою на хп. Окей. Яша с Мурфетка. Лапки, по-моему, нет. Да, точно нет. Вот. У нас пол рейда без банка, без масок. Уже не буду матки вынимать. Рейд, который можно было уже давно закрыть. На магике вайпались, блядь. На королях вайпались. Ты в крест будешь вести? Да. Да нет смысла, они переделали эту печку. Она не пропадает, пока, короче, не коснется гурля. Я еще, ну, просто когда первым статиком ходили, на той неделе, на этой, такая хуйня была. Это, ну, типа, смысла от этого себе нет. Руки. Веру, давайте. И на пол сбывать. Сейчас печка, блин. Смурфетка, уйди оттуда. Или, нет, не Смурфетка, Димич, уйди оттуда. Все, не заходи туда больше. Ой, ты лишний стак кидаешь. Кто, я? Да. А что, еще дальше отойти? Да. Пиздец. Сейчас будет после ошеломляющего сразу уходите за спину. А, блядь, переспер. Батя, нахуй, понял.
Яша, дай БР по Брисперу. Войд, подойдешь под ебало. Они дебафы. Под ебало. Под... А, у нас один не подошел. Они не пришли, нормально. Вставай, алло, чё ты лежишь? Ребафки, Роб. Так, мне БР, да? Да, тебе тоже не БР. Под ебало Войд. А, кто-то лишний, блядь, прикол. Так, мне выходить, уйдите, да? Лишний, пожалуйста. Всё, хупал. Да, уходи. Батя, вставай. Доспех, блядь, на броню, пожалуйста. Ты встанешь? Ебало. Мне в милиции. Ай, пизду нахуй. Все, блядь, нахуй. Просто нахуй. Мили, хуили нахуй, блядь. Где ты стоял до этого, сука? Ну пиздец какой-то. Блядь, ну я спросил, потому что там к тебе забежали люди, нахуй. Выбежали, блядь, они забегают временно. Вот как ты думаешь, почему я ставлю вас? Почему я попросил доспех на броню? Почему у тебя связка душ должна включена? Почему я просил именно лока? У меня все включено, все включено, вот все так... повешено, блядь. Тогда, блядь, тогда скажи мне, вот зачем ты задаешь вопрос, блядь, мне в миле возвращаться или нет? Нет, я, блядь, паладина, сука, хулипала ставлю там, или Аршама нахуй подведу, или ДЦшника нахуй. Блять, Роги нахуй каждый хуй не умирает. Пиздец, короче, нахуй. Так ложный выпад есть у Роги, он от Масухи же защитит от этой. 50% снижается урон, Бриспер. Или не работает. Ой, блять, Сагрилич, пиздец. Работает. Так, блять. Бриспер, ты используешь сложный выпад? 50% просто снижается дамаг потери, это пиздец. А, сдох что-то. Да, она не работает, нахуй. Не работает? Что не работает? Ложный выпад, все там прекрасно работает. Ложный не работает, физический урон. Ложный только работает. Понял. Смысл? Там похуй какой урон. Там АУЕ главное что? Что он по области урон. Магический урон. Что тут дать физический? Любое, блядь, рассечение тоже, блядь, должен работать. Линканите спел в рейд, все, и не спорите, в чем проблема. Так Котовский тоже, блядь, да, типа агро скинуть тоже нихуя не работает. Да хуя скиллов не работает, ребят. А то так, действием по площади. Причем тут мало урон, не пойму. Это клиф. Все, блядь, все он, блядь, должен работать, ложный выпад. Почему? Нет, это, по-моему, на клиф только работает. Вот кастуют эту белую ошеломляющую залупу, надо Роги нажимать сразу стопудово. Тут когда умрёшь? Все, ставь шкаф, остальные вставайте. Надо будет лут уже скоро разравнивать с моих, блядь, 20 минут стало, блядь, усилий. Сейчас на себя обновить блоки. Хазастаминку я им накидывал, когда они вставали. Сразу же. Что не мрут. А есть у кого дживс? ХП я тоже обновлял. Предлагаешь переставлять. Ты больше раз уснули. Треснить, я тут далеко лежу. Какой ты смешной Роуз. Красный такой трупак. Мать, какой у тебя доспех стоит, скажи, пожалуйста. Ты мне сейчас вопрос задал?
Ну да, брат, какой у тебя сейчас доспех стоит? У него скверно. А, ну это сейчас ну, поставлю. Так нет, я имею в виду, типа, когда он умирает, если то, когда встает, он же без пета, там надо сразу на броню, да? Да нет, пускай вообще с доспехом будет. Я не знаю, почему он что-то не умирает, блядь. У меня прилетел этот удар на 27500, блядь. Пускай, может, на хп фласт поебанет. Да не, может быть, там... ДЦ щиток, типа, не был. В первом рейде локи, кстати, умирают. Ну это так, мало ли. У меня там один стоял в последнее время. Ну там и Синг стоял. Блять. У него, блядь, зима ошеломляющая. Он 27500 зашел, блядь. Типа 800 хп осталось, потом он... Да-да-да. Умер. А чего-то, блядь. На, короче, роги, наверное... Я не знаю, дайте мне обмен с Локи, я еще фласку на хп вам дам, блядь, хуй его знает. Там Роги 29 тысяч почти. Ебать, он толстый, на самом деле. Сейчас еще Роги на хп будет фласка. Прочекайте, сейчас ложь не снижает на 50. Если не снижает, там скажите, блядь. Бля, да все снижает. Должен снижать, это урон по области идет. А поставь дживчи на плане, я твинку одену просто этого БКшного, который на абсорб и КП, да и все. Ну он же стоит, возьми. Давайте один пол делать, но потом будет разрабить с вами. Вообще на плыма. Магика. Батя, он камхел. Батя. Все, чё, да? Крест сразу ставлю. 4, 3, 2, 1. Геру, давайте. Мы знаем. Так, Дермич, после того, как руки два раза срабатывают, ты оттуда уходишь. Последний раз тебя ночь. Дальше умрешь, ты проблема. Пожалуйста, закройте руки слева. Закрыли. Почему всем похуй? Слева руки закройте. Не будьте три мага, блядь. Ладно. Если шеломляющий, уходите за спину. За спину. За спину ушли. Угу, погибало, брат.
Батя, ты как-то криво стоишь. Прощил, прощил. Нормально. После этого... Не, еще один ошеломляющий будет, и потом сразу за спину. А, за спину удалось баунт. Блять. Прохил, прохил, прохил. Подъебало, подъебало, вернулись быстрее. Батя, блять. За спину, за спину, за спину. Батя, блядь. Сука. Уж ты, батя, нахуй. Ай. Что за херня? Что сейчас я сделал не так? Ну, не было 10 человек. Он адский. Понимаешь, смотри, с адского ты выбежал. Молодец. Потом, после этого, начал кастоваться ошеломляющий удар. И для чего ты стоишь под лицом? Не успел ты добежать. У тебя стоит портал, блять, ну, который я тебе говорил поставить. Там, блять, ну, я не знаю, как так вообще может быть. Ну, на адском ты нажимаешь просто, блять, ебучий нахуй портал. Потом возвращаешься сразу под ебал. Там этот адский удар кастуется быстро, секунда буквально. Ты нажимаешь портал, и потом сразу возвращаешься обратно под ебал. Зачем ты там бегаешь дальше? Ты единственный, кто сейчас не вернулся. Из-за этого у нас пошли череда адских ударов, и мы вайпанулись. У нас 9 стаков повесилось, потому что ты стоял сзади остальных. Остальные все успели вернуться, кроме тебя. Кто-то там не успел выбежать, но остальные все вернулись. Не, это походу невозможно, нахуй. Это, блядь, реально уж. Просто может они не знают, что если 10 человек нету, то он сразу аски кастует. Аски — это пиздец, дамаг по всему рейду, блядь. Плюс он стаки копит. Что, значит, да, так в смысле не знаю, а сколько раз мне это повторить, сколько раз мне это сказать. Ну, может, некоторые тут первый раз, я хуй знаю. Так мы 7 пулов сделали, какой раз первый пол? Типа тут делайте ставки на токен. Шмагика? Да, шмагика. Да. Хочу шутать людей, да? Просто ошеломляюще. Да нет, блядь. Ну, трианских сейчас подряд, нахуй. Забей, нахуй. Когда 10 тел нет, он адский сразу кастует. Ему похуй, есть у него энергия, нет. А так он адский на 100 энергии кастует. Станут и не двигаются фласки на хп. Аборигенич, обмен мне наш. Плащ. Ты понимаешь? Тебе надо? 10. 10 на ретрика. Че, Ю не надо? 3, 2, 1. Войт обмен. Сними, ладно, сейчас сам сниму. Никому снимать, я забыл, блядь. Посох надо кому-нибудь? А, ты в онлайне? Нет, ж не онлайн. За 5 токен забрал. А во втором раде есть места? Я буду ходить. 5-5 это вообще дешево получается, да? Блять, мы в основном нахуй по 13, по 15. Забрали. Я за 13 забрал только Д. Какая жалость. Ничего. Доля, ты противный, не разговаривай. Тинг, пожалуйста, блять, ты не видел, что тут происходит. Посох никому не надо, еще раз спрашиваю. Минус 500 бати не дали, кстати. Посох никому не нужен. Я не буду брать эту дромяху, похуй на нее. О, я бы взял на ретрика, пиздец. Блин, уходи. Брат, салка, блин, какой-нибудь.
С того, чтобы сказать, зайдите в эту хуйню в руки, ты орешь. Бля, какие вы долбоебы! Зайдите! Понимаешь, что три мага, которые просто стоят. Ты тупой. И пукают свои спеллы. Ладно, все, похуй. Давайте фулбаф порейду и поехали. Что говоришь? Подвал закрывай, хуй знает о чем вообще. Ну только ты один раз и прыгнул. Остальным похуй. Вы можете сумануть шкаф, поставить людей, чтобы мы пульнули наконец-то? Забери пушку на ретрика себе будет. А ее не линковали вроде еще? Линковали. Линковали? Нет, с грула лут еще не линковали. Ну, он не линковал. Там посох, по-моему, линковал. Я думал, ты про него и говоришь. Не, просто если бы я носил, блядь. Ретрик с посохом, блядь. Кушать хочу. Просто люди немножко, мне кажется, не знают, от чего вайб, блядь. И все. А от рук, блядь, и под ебалом, когда 10 человек не стоит. Блядь. Все. Две причины. Один, блядь, каст ты стоишь под ебалом, другой каст не стоишь под ебалом. Стой, где рыба? Супер сложно. Меня только суманули, где рыба? Не вижу. Она пропала. Я там когда... Закрикал. Когда вот этот каст пошел... Сразу слил, блядь, этот... Мастера, там вроде жили, но потом второй адский пиздец. Ты на адском сивичи, давай я ману огонь, чтобы мне что-то адски хуярит. Ты можешь вообще на фул ставить огонь, все. Тут не бьет рейд. На каждом адском типа ебаш, потому что там в любом случае, блядь, ауешит по всем. Тут нет смысла сосредоточения ауры вообще. Да. Аркенфел, ромашка. Ну чё ты? 5, 4, 3, 2, 1. Я сейчас выкинул, странно. Два личных ставь. Это один лутает. Войт, наверное, ты. Ну смотри, где я стою, в копыте в заднем, вон прям. Хуй знает, отсюда лутается, да? Ну, походу, да, достает. Пиздец. У него какой-то фрейм конченый. Ну, еще ну ладно, регейн ману похуй, типа один стак, ничего страшного. Ищи. Давайте, Ген. Метеор на правую диту, кто там стоит. Руки сейчас. Закрыли, Войд. Войд, руку закрой в мелизоне. Войд, руку закрой. Пизда, да, почти вайбл. Боб, по себе нажми, можешь еще одну закрыть. Сейчас ошеломляющий будет. Потом адский сразу. После ошеломляющего. Сразу за спину убегаете потом. За спину, за спину, за спину. Далось баунд. Ясно. Найс, бегаем, пацаны, нахуй. Дай БР. Яша, дай БР по нему. Войд, зайди под лицо. Войд, Войд под лицо зайди. Блять, я замороженный, Войд. Нахуй. Сука. Ясно. Ушли с подъебала. Быстрее ушли. Да пизду нахуй, сука, ебать его в рот нахуй. Я после этой, блядь. После этой рыбки... Ебать рачилы нахуй, это просто пиздец нахуй. После рыбки замедление было, и, ну, бегал на это.
чё там? Никого другого нет под жопу, один я только стою. Типа закрывать. Не, надо, чтобы кто-то тебе помогал, нахуй. Ты все время не позакрываешь. Потому что я, блядь, час побежал, нахуй, я замедленный был. Мне надо... Я бы побежал, могу я с тобой постоять? Стой, стой, потому что мне надо ГКД смотреть тоже, нахуй. Если я проебу свет небес, не прокастую, нахуй, ну, может танк упасть. ШП а поставь, пусть стоит рядом, пусть. Я хуй его знает, вот типа, просто после ошеломляющего, нахуй, удара, блять, вас откидывает, просто нажать, ебать, клавишу вперед, нахуй. Просто вперед, это достаточно, чтобы выбежать. Чё, крайний, наверное, делаем и хватит, наверное, в пизду. Я ебал, нахуй. Блять, тут по-хорошему, нахуй, можно стоять за спиной без босса и подшеломляюще подъебало подходить, нахуй. Вы даже под ебалом стоя и просто на одном касте отходя не можете это сделать. Это просто пиздец, нахуй. Это я про то, что можно бить в спину боссу и под шламняющий удар под ебало подходить, чтобы ДПС больше было. А тут от нового хреста отбежать сложно. Слишком далеко. Чего сумнуть-то? Халявный лут, блядь. Реально халявный в этом магии Хигрулян. Герри, блядь. Дермич, Лишка, Тау и Филонкаст на сумме. Вам, блядь, в прикол сидеть вот по 4 часа, нахуй, в ебаном магии Хигрули. Я вот не могу понять, нахуй. Да просто кто-то стесняется сказать, что... Вы, блядь, вы нахуй пожалеете, нахуй, других людей время, если вам похуй, нахуй. Да, через 6 часов на работу. Для тебя, ну... Мне через 7.5, ладно. И через 5. Отчет даю. 5, 4, 3, 2, 1. Ну чё, кстати, не достало, походу, до тела. Предлагайте следующие руки, где я? А да, это коник, да? Доля, ну да. Все, уже стоит маг. Метеорок полетел, отойди тут. После ошеломляющего сразу уходим за спину. Закройте за спину. Левый, закройте руки. За спину.
Все, обратно вернусь про хил. Геру, давайте. Я закрою следующую сын. Руки прямо под босс. Мечка должна повернуть. Все угольно еще теперь. Нормально. Спарировал два подряд. Руки не закрыли. Господи, блядь. Где-то сзади. Сзади закрыли. Там были только одни руки, дерьмочки закрыл. Я не знаю, нахуй. Это пиздец. С подъебала сразу уходим, сейчас будет адский следующий. Я могу встать, если мы дальше. Вставаем. Бэтки все тоже встанет, подъебал вроде. Протопауэра надо бернуть, я ж. Да. Войд подъебал, надо подойти. А, экстайм подошел, не надо. Блять. Ну я не знаю, блять, ну, людям похуй, ну что я могу сказать? Ну, это пиздец, ну, блять, ну почему, сука, встаньте кто-то возле хулипала, ну, нахуй. Ну, типа, третья, четвертая пати, нахуй. Может, ну, я не знаю конкретно, кто. Тихо, подожди, вот третья, четвертая пати, я не знаю, кто конкретно там из вас закрывает, кто не закрывает, там, блять, мне не видно просто. Ну, блять, конкретно тем людям, которые стоят АФК, вы ебаные животные просто. Давайте нахуй, просто знаете. Кто вообще ни разу не закрывал. Бентли ни разу не выбегал, Рианти тоже ни разу не выбегал. Ну, я выбегал, как не выбегал. Вот только что выбежал Лукин сразу. Ну, лично мои руки, ну я смотрел, я ни разу, и ты всегда стоишь в центре, просто... Блядь, вот когда вы поймете, что, блядь, главное нахуй не ДПС, не циферки, блядь, а... Блять, закрытие рук нахуй и отбежать нахуй, ну и под ебам стоять. Вот тогда этот босс сразу будет падать все время с первого пула нахуй. А так крутите дальше ДПС. Четыре раза как минимум выбегал, когда кричали. Прыгал на рене на этом, как его. На ридарском телепорте. Встаньте, пожалуйста, еще хотя бы один человек. У нас там стоит только я и хэпал. Тердро и хэпал. Пускай Рианти это. Мы бегаем, руки закрываем. В тот момент, когда мы не закрыли руку, у нас у обоих был по стаку. Мы либо суицидимся, либо, ну, как бы... Exit time, ты можешь встать вместе с Долей? Просто будем эти руки вдвоем закрывать. Просто чтобы я никому не говорил, давай только ты и я эти руки закрываю. Ну, пусть шипы в мелизоне станет, ты можешь две руки подряд закрывать. Мне тоже делать нехуй руки бегать, закрывать нахуй. У меня косты, блядь, я не эрдру, блядь, хотую стою, блядь, что мне руки легко закрывать. Я один раз закрою, второй раз. А что, тебе закрыть руки и все, что ты стоишь в ПК и хилишь? В смысле? Просто, блядь, 10 человек сзади где-то в центре комнаты стоят, ну, блядь, один-один жмут нахуй и похуй нахуй, что мы, блядь, тут хуярим. Поставьте джикс, пожалуйста. Кто там? Кто там будет? Назовите ники. Вот стоит кто? Эрдрух и Пал, и кто-то еще два человека. Идите, блядь, в копыта встаньте, блядь, сзади, где мы стоим с ним. Закрывайте, блядь. Прист и кто еще? Вот этот Руани. Да куда там 4 человека? 2 человека хватает, чтобы закрыть руки. Руани, ты, короче, стой с нами. И кто еще?
Можно Дживса? А, стоит. Вон, сова еще, Фром, вставай с нами тоже, блядь. Они там где-то в центре, блядь. Вот кто там говорил, что я не закрываю. По дебафам посмотри. Хрупкость же правильно кидается, окаменение. Угу. Ну вот. Вот это один раз лучше за тот пул? Ребята, ребята, успокойтесь, блядь. Какая разница, типа, блядь, сколько вы там нахуй закрыли и так далее. Блядь, три ебаных руки кидается. Три, сука, нахуй. Три, блядь, руки нужно всего лишь закрыть. Это ебаных три человека. Ну. Трем людям, блядь. Вас, нахуй, в четвертом пате 10 человек, нахуй. Плюс еще хилы есть, блядь. Ну, хилы это ладно, блядь. И вы, блядь, не можете закрыть, ну? Нехуй на друг друга пиздеть, блядь. Ладно, если бы там рук хотя бы 7 кидалось, ну. Как, блядь, там 6 хотя бы. 10 человек не может закрыть 3 руки, блядь. Пиздец, нахуй. А пока бьем босса только, ну. Блять, у нас под ебалом проблема, у нас люди умирают, а ты говоришь, спекни танка, нахуй. Я и так 2 танка спекнул, там не всегда руки появляются. А чё отдаю? Ну, блять, заебал. Лагать перестал. Это надо. Яру, давайте. Как будет трудно. Метеор полетел. Бергин ушел в землю. Следующий сломляющий, потом сразу за спину бегать. Будет адский. Блять, печка нахуй. Убежали, убежали за спину быстрее. Прохил руки. Нанесел луну. Портал, блять. Захоти, подъебал сразу, ребахнули ног. Все, скинь на себя, пожалуйста. Портал не обдай. После шеломляй. Чё не кидается-то, блядь? Ой, блядь, я мискликнул. Ебать, нахуй, нормально. Как войско, только теперь это убрать. Нахуй. Сова Иннер похпал, да? Да долбанёк, нахуй. Сейчас будет очень больно, да? А не, 2 стака нормально. Не, на эту кнопку нажал. Мак, я еще не могу закрыть.
сейчас дохуя ничего. Удачи, я думаю. А, сейчас зубы будешь давать, я скажу, когда. Давай зубы, зубы по мне. Убежали, убежали, убежали. Блять, нормально. Прохил, прохил, прохил. Метеор полетел. Пизда нахуй. За 1.4. 2.9 поток ближним боем. 43 секунды получается. Ну ладно, 3 секунды. Меньше 2.8. 1.08. Сейчас смерть. Нет, там не на фулл хп. Вот это 65%. 68 тысяч 1.15 и потом пиздец. Минус 43. 40. А, ну да, ну да. Пиздец, что, ну, во время каста убило. Поток памяти 2040 тысяч въебал два раза за одну секунду. Что сказать, это Сирус со 100 атаками каждую секунду. Да, тем более Груль нахуй. За секунду две атаки делает. Охуенно. Может у него парихас есть, как у драконов? Хуйня это все. Типа если он тебя парировал, то пизда. Просто не должны быть чаще, чем раз в 2 секунды. Не, ну типа парихаст по официальной механике есть у драконов. Не, короче, это хуйня затея, я наском, блядь, сейф отдавать не буду, ебалый в рот. Потому что, сука, мне нужен потом сейф, если что. Так ты говори, у него ШВ есть. Пусть ШВ, ШВ наске, ну. У нас же минута 45, если талант взят. Это на 32 снаках по 40 тысяч примерно бьет. И вот получается за секунду два раза ударил. Пиздец. А по 50 где? 48-500. Ну это, сука, уже рандом, это просто не повезло на самом деле. Это просто не повезло уже, нахуй. Два хапала, может было бы побольше тхилами. Да не, за один. Какая разница? Потом, ну просто потом, типа, все равно будем, типа, похуй. Не, вот это вот реально рандом. Просто вот рандом, что я словил. Это прям пиздец, первый раз за все время такая хуйня. Вот все, типа, гуляли. Просто ебаный рандом. Там кого-то сомнуть надо или что? Да. Доля, людишка, Филинтрас. Филинтрас, да. Плохо, блядь. Фулбал, давайте пойдем.
о чем был. 5, 4. Кто, блядь, его поставить так, чтобы его не ворочить нахуй? Это надо бочком, получается, его ставить. Может, вот так доставать будет? Еру, давайте. Мне не достает печки. Давайте ворвать. Повисло? Не, нормально. У меня подлагало, не отвисло со мной. Бежали, убежали, убежали за спину. Убежали. Сова похопала. Сейчас следующий ошеломляющий, и потом сразу под этот за спину уходить. За спину сразу уходить, потом ШВ дай. За спину ушли быстрее. Блять. Ну, я не знаю. Я не знаю. Дай БР Яша ему, Яша БР быстрее ему дай. Когда ШВ давать? Уже надо было давать, блять. Подъебало, подходи, под. Ладно, нормально. Я тебе же сказал ШВ, блять. Эй, дебафните, Варю, дебафните. Из баунта дал.
врача, чуть левее, может, я буду правее выбегать. Я хз, не успеваю, наверное. Там печка была, если бы печку утонул из стаки, нахуй, я бы сдох, понимаешь? В этот момент. По-нацки. Адски, ушли, ушли! Блядь! Чё, я абориген сдох, нахуй. Под... Не, это всё, нахуй, пизду, нахуй. Чего тут у нас не хватает, блядь? Ну, я хз. Типа, я после откидывания, видимо, просто не успеваю выбегать. Ну, ты резнулся, вроде забежал потом. А потом что было? Всё, теперь 100% прям это уже всё, нахуй. Класс, полделаем, мы расходимся, пиздец. Блин, я думал, это класс. Печаль. А ты попробуй делать этот вмешательство в меня сразу. Может, ну, чтобы быстрее выбежать, если удобно. Когда я говорю ШВ, это тебе сразу надо нажать ШВ, а не спрашивать когда. Каст идет одну секунду, пока я говорю, блядь, тебе еще дать там и так далее. Просто говорю ШВ, блядь, ты уже должен нажать ШВ. Дензек, там можно макрос сделать, блядь, и через интервьюев нахуй вон в Войда нахуй уходить вообще нахуй. У левой ноги тогда встану. А он адская когда кастует вообще, ну типа... Когда 100 энергии у босса, он кастует всегда. А, блядь. Просто, блядь, просто это нужно нахуй сделать. Вот в чем вся проблема нахуй. А чего ты печки так боишься? Она же там бьет тебя по минималке. Ну, ну да. Конечно. Почитаю, сколько она бьет. Четыре тысячи раз в секунду. У меня там местами в некоторых ситуациях, блядь, остается нахуй по 4500, по 8000 хп после ошеломляющего. Там еще поток пламени вот это оставляет, понял? Там 100% больше урона. Только на грула работает. Это да, только на грула. Это только на грула работает. Печаль. То есть хорошо. Фулбау, давайте поехали. У вас пол. Завтра будем добивать, если сейчас не убьем. Ну, вряд ли. Да какой, ну, блядь, зачем-то пиздец. Сидеть, вайпаться, ну, блядь, на простом боссе. Да печеньку жалко будет просто, блядь. Ну, блядь, сделайте нахуй нормально все нахуй. Ничего жалко не будет. Завтра прийти сюда, вайпаться, хлопнет. Можете убить прямо сейчас. Я
Ёбаный рот. Чё нахуй писал? Это у него 23, да, было, потом 34 стало, когда он кастанул. Да. Сорок семь. Ну, да. Ну, это сейчас проёб хилов. Ну, типа, минут, это секунды, минуты, секунды и семь, короче. Секунды типа, это каст как раз. Вы под эту хуйню должны варкаст давать, когда он пишет, третий шел мне еще, да, по стаке. В следующий раз увидите. Сейчас хоть может поймете, что это как. Хотя вы уже знаете, что делать. Окей. Заходите в инсту, каски бесплатные. А, ну 6-89. Людишка? Людишки я пока точно не дам. У него до сих пор шеи нету, нахуй. Чё я абориген, чё ебай не вижу? Потому что я ноль у меня практически, 160. Сам внизу. Я столотал, блядь, вчера выбор, а сегодня... А, это не ты ставил? Я думал, что ты там ставишь. Не, я ж говорю, что... Заново, короче, делать. Давайте просто выяснили и все. Давай. Не, Людиш, пока что ее не поменяешь, прототип не только можно. Месяц уже делаешь или сколько там? Я предупреждал насчет лут. Насчет алкасокетов и прочей хуйни. Можно ИП получить и свалить. Mm-hmm. Таргет на зеро не начисти. Ну, начислите кто-нибудь. Снимите с хисера 1200, а зеро не дайте 1200. Блин, я чуть на груле не понимаю. Тут, кстати, когда в мелизоне стоишь, на шипы можно крутить депо с люта, ну. Типа, сокрушение прямо моментально бьет. Только когда его поворачивать, я не смогу вкурить, да. Печку поворачиваю, чтобы этот нистость сбросить, да, груля? Да. После какого ты ошмеляешь? После третьего. Чего кидаешь его? После каждого? После третьего. После третьего ты его поворачиваешь, да? Все понял. Ну да.
А шлем этот, ладно, вообще. После 500, блядь, ставки делать кратно 50. После одного как кратное 100, блядь. А не вот эти вот, блядь, 580 и так далее. 510, 520, нахуй, так далее. Пиздец. Аус, 1К, админ. Кто я, админ? Обычки второй ряд был, да? Прикинь, ЕП. Минус 1200 хесери, плюс 1200 озерони. Сколько? Минус 12 тысяч хесери? Так тоже можно. Да, так можно. Тоже, бля, нормально. Чё, Никит, как тебе рейд? Вкусно? Говно. Блин, а я так... Пойду лучше в M2Gang. Буду лаги вам создавать, чтобы вы мне хуесосили.